Сейчас будете прыгать. Приготовьтесь. Есть, господин обер-лейтенант. Ветер сильный. Может хорошо разметать. Встречаемся вот здесь. Помните, как действовать? Легализоваться. Документы у вас в порядке. Проблем быть не должно. А что дальше? Вас найдут. В крайнем случае, записку знаете, где оставить. Вы готовы? Абсолютно готовы. Пошел! Удачи! Порядок! Теперь вы готовьтесь. Через пару минут будете прыгать. Вот ваш парашют. А это не опасно? Следуйте инструкции, и все будет нормально. О мой бог! Там так темно. Ничего, ничего, господин Ротенберг. Все будет прекрасно. О мой бог. Ну что ж, все в порядке, можете идти. Товарищ мой. А что диверсантам делать в нашем захолустье? Склады с тушенкой взрывать? Да понимаешь, затихариться тут очень просто. СМЕРШ сюда не заглядывают. Без власти только мы, комендачи. Вот и выходят. В тихом омуте черти водятся. Черти? Да, железнодорожный узел здесь какой. Мама, не горюй, что забыл? А парашютистов видел кто-то? Парашютистов не видели. Самолет-то был, понимаешь? Чего мы здесь фотографировали? Ой. Полянки да кусты. Видимо, скинул кого-то. Майор Купичинки. Ну, с папой твоей мамаш, сходят. Мамаш, сейчас все реквизируем. Вася, разберись, а. Так, давай отсюда. Сейчас как пальну, давай. Блин. Это же из немецких запасов. Наши как даванули. Да. Они все магазины. А ну, кто таков? Что за птица? Да вот затремываю, товарищ майор. Ага. Сержант Терентьев. Нахожусь в краткосрочном отпуске. Понятно. Увольнительная. Нема мне? Как нет? Ну все, сдать оружие. Забирай его к нам. Ну товарищ. Ну что, товарищ майор? Ну, давай за разговор. Что? Давай, вперед. Товарищ майор. Не знаю. Давай. Проезжай. Если увидишь кого подозрительного, сразу задирайте рубашку, просите снять. Смотрите на плечи, подмышки. Если есть синяки, сразу к нам забирай. А что интересного в синяках? В синяках, брат, интересное то, что они от парашюта остаются. Вот так вот. А это что? Да бери. Вот так. Вот ну-ка. Что у тебя тут? Так, а ну-ка, столько. Где взял? Че пристал? Что значит, что пристал? Ладно, врать-то. 42-й год. До войны, говоришь. Ты будешь своих ловить. Камень-то тут. А вон, ты мне еще. В церкви пьяный. Где? Он что, куда? Оставь его, пусть бежит. Ну, что, пьяный. Пойдем-ка проверим, что там. Есть. Ген, пойдем. О, семечки, спасибо. Я тебя сейчас. Уходи отсюда. Уходи отсюда. Убью. Я тебе покажу, уходи. Крыса ты попадет. Головая. Убью. Что происходит, а? Да вот, товарищ майор, пусит, напился и, так сказать, позорит ряды доблестной Красной Армии. Это правда. Проливали. Гмыря, Мирон, Федорович. Ну что, хлопцы, грузите? Давай. Мирон Федорович, отоспится в комендатуре. Взяли? А вам от лица комендатуры. Как говорится, благодарность за бдительность. Вот. Служу трудовому народу. Вот. Да, Георгий Николаевич, самолет был. И вы бездействуете. Что значит бездействуем? Во-первых, у меня нет свободной дивизии, чтобы прочесать несколько сот квадратных километров. И сапог скороходов у нас тоже нет. И что?
Мы получили известие о самолете в 23:30. Самолеты подобного класса летают со скоростью километров 300 в час. Так что, когда мы узнали о самолете, он уже сбросил парашютистов. А искать диверсантов ночью в лесу не имеет никакого смысла. Ну хорошо, есть хоть что-нибудь обнадеживающее? Считайте известие о самолете обнадеживающим. Валентин Васильевич, ты же знаешь, что я вообще курю очень мало, но за последние дни выкуриваю не меньше пачки, а то и по две. Так что не надо шутить. Я не шучу. Еще раз повторяю. Известие о самолете, известие обнадеживающее. Если курьер появился, значит, все идет по плану. Количество радиоперехватов свидетельствует о том, что немцев наша игра зацепила. Надеюсь, в самые ближайшие дни Грот проявит себя. А через Крота мы выйдем и на курьера. Хорошо. Действую, я жду результата. Уверен, будет результат. Почему же молчит сирота? Давай. Куда? Сюда его. Давай. Куда? Вот я фронтовик. Так, вот. Оп. Я... Все, все. Порядок. О, угу. Пополнение. Все, оставьте угу. его. Пусть лежит. Эй, сержант. Сержант, ты скажи вашему Думанскому, долго он меня будет здесь держать? Ну, я же русским языком говорю. Я корреспондент фронтовой газеты. Товарищ капитан, майор Думанский сказал сидеть. Значит, будете сидеть. Так пусть он меня хоть допросит тогда, Думанский ваш. У меня на ваш счет никаких распоряжений не поступало. Доброе утро, товарищ капитан. Доброе. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Что ж такое-то, а? Остаешься за старшего. Понял. Что ты вокруг мотоцикла крутишься? Ну, лучше бы нашей машиной занялся. Товарищ майор, так ведь это, аккумулятор поперли. Ну так сделай ее наконец. Есть. Коля. Я, товарищ майор. Поедем на твоей. Есть. Вот, бежит Кривуля быстрее. Младший лейтенант Кривуля. Куда же вы торопитесь? Что, неужто в поход? Что? Виталий Никифорович, может, мы как-нибудь сегодня без вас обойдемся? Товарищ майор, я ведь как-никак военнослужащий. Ну да, в облаве тебя еще не хватало. Потом там затеряешься и ищи тебя среди кустов, днем с огнем. Понял. Иван Горнич, я попрошу меня не оскорблять. Я не мальчик, я начальник, командир пожарной роты. И как все должен нести все невзгоды и лишения. Ну вот, вот и неси. Останешься здесь за старшего, а то мы уйдем, а тут это, невзначай, валенки загорятся. Товарищ майор. Ну вставай, вставай! Что с тобой делать? Так, товарищи офицеры, как сообщили наши бдительные сограждане, сегодня ночью над лесом пролетел вражеский самолет. Так вот, сбросил этот самый самолет десант. Я понимаю, что и вы, и ваши бойцы только что с передовой. И каждый отдельно взятый день отдыха бесценен для каждого отдельного бойца. И все-таки прошу вас поднять весь личный состав для прочесывания местности с целью обнаружения вражеских диверсантов. Товарищ начальник госпиталя. Майор медицинской службы Шагалова. Галина Сергеевна, это также относится к легкораненым и выздоравливающим. Есть. Ну вот и спасибо. Так, а что-то я не вижу товарища Думанского. Да. Они отдыхают. Да? Ой.
Ладно, может, это и к лучшему. Итак, боевая готовность в течение 20 минут. Летягин? Да я тут. Сколько там на моих натикало? Без 10 10. О, без 10 10. Сверьте часы. Вопросы есть? Нет, товарищ майор. Вопросов нет. Все, все свободны. Это паркет перемотать. Товарищ майор, ну я у вас прям как ходики с кукушкой. Ну, приснится же. Просёнок, это к чему? Исхо! Вася! Мне проветриться надо. Михаил Дарбидонтович, так у нас это, аккумулятор попёрли. Аккумулятор? Кому он нужен? А, значит, кому-то нужен. Ну так и ты сопри у кого-нибудь. А. Прочеши местность вдоль берега. Понял, товарищ майор. Второе отделение вдоль берега, остальные за мной. Внимательно смотрим, внимательно. Устал? Может, передохнешь, а? Не, мы еще повоюем. Повоюем. Мне то ли службу нести, то ли за тобой. Приглядывай, чтоб не затерялся. Ты ж без этой штуки совсем тетеря. Ну, а глаза-то на что? А у меня их два. Слушай, ты расскажи, где ты ту хреновину для ушей-то раздобыл? О, это трофей. Мне хлопцы в госпиталь преподнесли. Сняли с одного немецкого генерала. Кстати, знаешь, тот генерал в госпиталь да богу душу и отдал. Постой. Или отдал. Черт его знает, не помню. Хватит жрать, Гулянов. Где твои бойцы? Ну, там. Там. А ты где? Здесь. А должен быть где? Понял. Вперед. Есть. На складе. 8 полок витаминов. Ему все мало. Так молодой организм-то. Растущий. Понимать надо, как ему без этого-то. Эй, сержант! Сержант! Товарищ капитан, ну что вам еще? Я же вам сказал, товарищ майор Думанский на ваш счет никаких распоряжений не давал. Ну что еще? Слушай, сержант, передай Думанскому, что если он меня не выпустит, то разговаривать он будет с генералом Полуноченко. Так и передай. Полуноченко. Хорошо, передам. Юров! Юров! Да? Давай к Думанскому. Спроси насчет капитана. А... Давай, давай, давай. Есть. Здорово. Здоров. Эй, Робя, а Думанского не видели? А он с ночи не выходит. Дрыхнет, наверное. Ты бы разбудил его. Ага. Здравия желаю, товарищ лейтенант.
О, здорово, здорово. Петрович. Так. Здорово, Юра. Здравия желаю, товарищ капитан. Давай быстрее. Товарищ майор. Товарищ майор. Товарищ майор. Товарищ майор. Товарищ майор, чего вы? Товарищ майор, подниматься надо. Товарищ майор. Раиса Сергеевна, а Раиса Сергеевна, а я вот, знаете, в институте учился. У меня знаний много. А меня это Валерий. Как там вас? Делимонович. Родионович. А меня это Валерий Родионович. Очень мало колышет. Потому как вы конопаты. Это что ж по-вашему? Если человек конопат, его и любить не стоит. Маш, разговаривать с вами о любви? У меня нет никакого настроения. Вы бы чаще головой вертели. Может быть, какого-нибудь шпиона поймали, чем на красивых девушек заглядываться. Мы мра. И дали бы вам какой-нибудь орден. И другая девушка обратила бы на вас свое внимание. Но только не я. А еще лучше за рацию своей присматривайте. А то говорят, вы в морской бой режетесь. С радистом из Гайсина. И за это вам здорово влетело от начальства. Эх, Рая, и чего вы такая красивая? А такой меня мама родила. Для счастья любимого человека. Осторожней, осторожней, товарищ лейтенант. А вы куда? В реке? Там глубоко. Мура. Ты... Валька. Мымра. Ну, дурак. Ну, дурак, а? Так, бойцы, привал. Только не расслабляться, не расслабляться. Один глаз спит, другой по сторонам зыркает. Ну, и кто тебя сюда тащил? Сидел бы сейчас у себя и чьи гонял. Так пусть несут сюда. Отстань. Ну не хватает стулья. Да-да, вот сюда их, давай. Кружок. Благодатные места. Гадкое место. Черт его знает, что под нами. Может, полк засел под землей. Хлеб жуют, шнапсом запивают. Только и ждут сигнала. Вот так. Сём, наверное. Возможно. Кончится война. Возьму тебя с собой на псёл. Куда? Будем сама столетнего ловить. На квок. А ты знаешь, что такое квок? Да нет, откуда? Я ж степного рода человек. Из Оренбуржья. Есть там такой городок. Шарлык. А я из Годяча. Тут рядом, недалеко, утречком, на лодочке. Тишина! Травка не шелохнется. И такой, знаешь, специальной хреновинкой по воде. Хляп-хляп-хляп-хляп-хляп, квак-квак-квак-квак-квак-квак-квак. И вот это кваканье для него, как призыв. Ну, как утки, манок, соображаешь?
слышь? А потом взять этой самой пау, гранатой. Рыбу гранатой, а? Эх. Кривуля, кривуля, нет в тебе романтики. Ну? Глухота, ты есть глухота, и душа у тебя глухая. Разберутся, отпустят. Да уж, разберутся. О, опять в мыле досталось. Вам давай колонну. Здрасте. Ну, здорово, ваш шпион. Ты что, нарываешься? Да ты не сердись. Мы здесь все шпионы. Присаживайся. Играешь? Не на что. Можно подумать, у нас есть на что. О, на шалобаны играем. Гмыря, а ну, засвети лоб. Слышь, выручай, а? А то они меня здесь вдвоем на пару мажут, лобешник разобьют, дураком сделают. А что играешь-то? А что делать-то? Да ты не умничай, раздавай. О, старается. Да ты старайся, не старайся, все равно полбу получишь. Как тут со жратвой? Да никак. Во, с утра сидим. Еще краюшки хлеба не было. Фашисты. А что хотят-то? А что ты знаешь? Дурак и дурак. Какого черта сошел? Ехал бы себе в Таганрог. Так нет, думал на дороге сэкономить. А куда ехал? В отпуск. 2 года не было, а тут дали. Вот 2 дня и сижу. Ну, что там? Чу-чу, ничью. У тебя что есть, а? Ну. Молодец. Ну, Гмыря, ну ты игрок, а? Давай, ну что тянешь, давай. Мы тебя опять биты. А, да-да-да, вот точно, точно. Ой, дра-та-та-ра. Медсестра, окажите помощь раненому. Хорошо, что у вас? Берите трубку, пойдите. Товарищ майор, ну я же действительно видел, сначала озеро так гладенькое, а потом гул такой, и тени по воде. Ой, да отвяжись ты, Христа ради, а! Фух, так может это очень серьезное и важное наблюдение. Слушай, Летягин, ступай к своим рациям и глоти там по клавишам, давай. Ой, напрасно, товарищ майор. Очень напрасно. Все живы? Целы все? Понятно. Ну, глупость какая-то. Ума не приложу, что наверх докладывать. Насмех поднимут на старости лет. Скажут, Черепахин совсем это с катушек съехал. Ты-то хоть что-нибудь видел, Кривуля?
А я не помню ничего. Ты знаешь, у меня вдруг так голова разболелась. Аж шкуру сводила. Я ведь и думать ни о чем не мог. Знаешь, было такое ощущение, будто шар какой-то в голове появился. Вот-вот. Мозги раздавит. Ну а что ты туда поперся, балда? Кто тебя за хвост тянул? Кузнецов, майор Черепахин не видал? О, Рукавишников идет. Сейчас начнет зубы скалить. Чего-чего, а то ты не знаешь. Ладно. Ну что, как улов? А, не спрашивай. А с бойцами чего? Ну я ж тебя просил, не спрашивай. А ты чего такой радостный, веселый? Думанский того. Чего того? Там он. Господи, я не знаю. То ли пережрал, то ли траванулся. Не знаю. Чуй! Не было у бабы заботы. Федя, подожди меня. Дерьмо у тебя печень, Думанский. А? От чего он помер-то? Посмотрите, товарищ майор, вся печень разрушена. Тут не я. Тут СМЕРШ должен смотреть. Пошутили. СМЕРШ – это не шутка. Ого, вот именно. Думай, что говоришь, Черепахин. Что делать-то будем, товарищ майор? Хорошо, если случайность, а если нет? Мне же первому башку снесут. Скажут, почему не доложил? Так скажи, что умер от водки. Хотят проверять? Пускай приезжают. От водки? От водки? От водки? Это что, спирт? Да не вода. А ты не такая простая, Галина Сергеевна. Просто я знаю, что такое СМЕРШ. Глава, дай Киев. Особый отдел. Вот Черепахин. Совсем поехал старик. Сказки какие-то рассказывает. Воинство, говорит, собрал свое. Кривых, косых, пошел лес прочесывать. А там вроде как лешие. Лешие, значит? Да комедия. А ты ничего в этих комедиях не нашел? То есть? Летчик твой Конева видел, машинист сына на дороге. Теперь Черепахин. Думаете, есть какая-то связь? Пока не знаю, пока не знаю. А что ты пишешь, этот Думанский? Водяра траванулся. В тяжелом состоянии, в госпиталь был доставлен. Там скончался. Говорят, в бреду и страшных мучениях. Можно сказать, пал смертью храбрых. Да. Максим Петрович, ты веришь в совпадение, а?
Что-то у нас, я не сговариваюсь, сказки рассказывают. Ну ладно, это так, мысли вслух. А ты чего молчишь-то? Как там наш сирота? Пропал сирота. Что значит пропал? Как в воду канул. Ну давай, Гмыря, не тяни, давай, давай. Товарищ капитан, на выход. А, так ты так, да? Хорошо, я тебя сейчас разую, понял? А мы вот так. Товарищ капитан, не задерживай. Здорово, Щегол. Да. Товарищ майор, разрешите вести задержанного? Так, Щеглов. Я. Свободен, дверь закрой. Понял. Капитан, ну а ты проходи, присаживайся. Спасибо. Курить хочешь? А есть? Найдем. Ну, слава богу. А то я уж думал, не дождусь. Вот. Так. Твое? А? Мое. Забирай. Ой. Ну и чего же вы с Думанским не поделили? С Думанским? Ну да. А что мне с Думанским делить? Да не понравился я ему, он мне так сказал, говорит, рожа мне твоя не нравится, ну вот это самое, давай это, посиди там, да выясни. Ну ладно, ладно. А покойники либо хорошо, либо ничего. Угу. В смысле? Умер несколько часов назад мучительной смертью. Кто? Друг твой, Думанский. Как так? Вот так. Водярой траванулся. Водярой? Ага. Интересно. Интересно, правда? А что ж тут интересного? А? Может, ты статейку какую наметил? Нет, статейку-то это можно. Можно, да? Если нужно. А-а-а, это у нас прописочивают, 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 прописочивают. Газеты. Большие, малые, пресса. Только ты знаешь, я тебе скажу одно. Странный ты такой корреспондент. Чем я странный? Странный. Чем я странный? Корреспондент как корреспондент. Обычный, говоришь. Обычный. Скажи-ка, а вот зачем обычному корреспонденту, как ты говоришь, да? Вот такие вот, к примеру, зубы. А? Два пистолета. А? Не тяжело таскать? Капитан, не тяжело? Ну ладно, майор. Капитан Сирота, СМЕРШ. Понял. Не понимаю я вашего хохлядского наречия. А я тебе сейчас переведу. Не железные мы. Хватит брехать. Вас чтоб палкой не перешибешь. Да. Ты бачила? Ты бачила? Вот змеюка. Крепенькая.
Я бабки ваша голова. А голова думать должна. Вот ты, душка. Знаешь, откуда берется электричество? Не знаешь. Ну? Потому что ты, баба, не ученая. А я еще за товарища Ленина лампочки развешивал по всем селам. И знаю об этом электричестве все, что умные ученые профессора знают. Понятно вам? Так вот. Коммунизм. Это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Ну что ты, батьку, опять брешешь, а? Тут ты. А ты бы, Лиска, помолчала бы. Небось, хоть и восьмилетку закончила, а где плюс, где минус? И что это вообще такое, и понятия своего бабского не имеет? Да ладно, папанька, жизнь короткая, чё и на математику-то всякую тратить? На он, пожри маленько. Ой, молоко. Лучше водки принесла. Лиск, и где ты такого папашу ведрила, а? Це у вас, Рила. А в мене батько. Хто тільки не дражні, що батько мене нема? А? А от и. Ах ты моя кровинушка родная. А вам, хреновые старушки, этого не понять. Душа у меня такая, не сидится ей на месте. Видел я много строек народного хозяйства, и везде мне был почет и уважение. Ведь кто как не Константин Полозов внедрит в жизнь высокие идеалы социализма, а? Ну, бабки, взяли с песни. Ну, взяли. Ладно. Взяли. Опять за свою песню. Ну, отойди, шумит, правда. Ну, там уже, конечно, все. Здравия желаю. Затоптали? А что тут затаптывать-то? Все и так ясно. Вот, пожалуйста. Вот здесь. Вот оно. Это что еще такое? Юров? Ой, ты что, обалдел совсем, что ли? Извините, товарищ мэр. Я тебя для чего здесь поставил? Вот, вот этот вот боец и нашел Думанского. Ну что, здесь все осталось как было? Юров, ну чего ты молчишь? С тобой, кажется, разговаривают. А? Ага. Я постучал один раз, второй, ничего. Потом заглянул, а он лежит. А где лежит? Вон там, вот. Угу. Так, ну здесь все осталось, как и было? Ну да, даже вот купоросом еще воняет. Правда, мы прибрались маленько. Ну, вот бутылки, пепельница, вобла, газеты. А водка вот эта, которую он траванулся? Да нет, это не та. Та на плацу. Он ее, видно, через окно бросил, она и вдребезги. А ключи от сейфа? А я ключ не снимал. Он при нем остался. Мы это все при нем оставили, как есть. Так тут суматоха такая началась еще. А что говоришь за суматоха? Так эти ж, диверсанты. Не слыхал? Диверсанты? Ну. Какие диверсанты? Фу ты, черт. Чё это они? Что это? Ток врубили или что? Ой.
Как я испугалась, Дмитрий Ильич. Чё ты? Я это, вообще чуть это. Слушай, я думал, это черепаха подкрался и свет вырубил. Он может, он такой. Может. Ой, не любит он меня. Знаешь, твердо как-то. Ой, не любит. Ты знаешь, ой, как-то мне здесь что-то мешает. Что здесь? Где? Аккумулятор. А что он здесь делает? Ну, это мне приятель оставил. А, приятель. Приятель, да. Приятель. Привез сюда этакую бандуру и оставил. Ну да, что? Крутите, крутите, товарищ капитан. Что значит крутите? Крутите, крутите. Ой, крутим, 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 крутим. Ну, послушай, но может офицер Красной Армии иметь хоть какую заначку, чтобы купить подарок любимой девушке, например, конфеты? Дим. Что? А когда мы зарегистрируемся? Рая, ну какая к черту регистрация? Ну, мы с тобой говорили уже об этом. Не время сейчас. Война. Ой. А я гордая. Гордая? Гордая. Но нам же хорошо вместе, а? Вам, Дмитрий Валерьянович, может и хорошо. На аккумуляторе. А я хочу дома. Как у папы с мамой, на панцирной кровати. Как у папы с мамой, да? На панцирной кровати? Ну иди вот к этому, иди к Летягину. У него там есть панцирная кровать. Давай, иди. Вы это, значит, от меня решили избавиться, да? Хорошо. Ну ты чего? Ну чего ты завелась? Ну перестань, Рая, ну иди. Значит, это так у вас называется? Ну, Рая. Тот я смотрю. На Зинку вы. На санитарку эту зачуханную смотрите. Какая Зина? Что ты говоришь? Рай, подожди. Ну куда ты побежала? Куда? Рая! Ну постой, ну! Ну куда ты бежишь? Ну, ну стой! Значит, ты говоришь, их вчера ночью сбросили. Ага. Интересно. Значит, вот что меня дергало. Там же у тебя в камере сидят двое. Так четверо сидят? Ну да, да, сидят четверо. Но меня интересует только двое. Ты вот мне сейчас как про этих диверсантов рассказал, так они мне еще интереснее стали. У Гмыри на среднем пальце выколот бубновый туз. Бубновый туз. Так, бубновый туз обозначает либо стукача, либо шулера высокой квалификации. Хотя тут и то, и другое может быть вместе. Ну чё? А ничего. Вон на улице цвет семицвет, а мы вместо того, чтобы кукушку слушать, вон на соловья глядим. А чё это ты про кукушек-то вспомнил? Познакомился с одним в госпитале, желтуха у него. Слева от меня лежал. Так рассказывал, как с кумовьями ходил по лесу кукушек слушать. А кумовья, говорил, беспокойные, связываться с ними... Только кукушкино пение их и успокаивало. Ну а что подозрительного ты услышал в его словах? Может, человека тоска взяла, а? Погоди, погоди, майор. Тут что-то вот тут не то. Что-то было не так в их разговоре. У нас на Урале села рядышком стояли жуки да коевы. Ох, кукухи там, как коровы, ветки под ними подламываются. Слушай и не наслушаешься. А вздумаешь в город насовсем дернуть? Жуки да коевы не пускают. Без жуков твоих да коев прожить можно. А вот без калачика мягкого. Как тутошние калачи? Я что-то и распробовать не успел. Калачи, как калачи, грызли лучше. Тут по калачной части три брата дубака. Три брата акробата, два зверя да лопата. Зато пижоны. У каждого по зажигалке и клинки при них. Я, знаешь, я прям чувствовал, что-то не то в этом разговоре. Ну хорошо. Чем тебе разговор его не понравился, а? Ну чем? Ну нелепый он какой-то, понимаешь? Мутный. А-а-а.
Эх, костыли мои, костыли. Что, пощупать охота, да руки короткие, спина не гнется? Так три ребра поломанных мешают. Было бы два, можно было бы управиться. Киф? Киф. Вот же ж, капитан, у тебя привычка есть. Все ты что-то лопочешь, что-то недоговариваешь, будто самый умный, а? Ты не тяни, ты можешь сказать прямо? А я и не тяну, я действительно сам не понимаю. Ну вот клемки, ну вот что за клемки? Вот же работа у тебя, я тебе скажу, а? Все ты какое-то дерьмо ищешь, а? Да... А я ведь вашему брату тоже однажды на карандаш попался. И был это в городе Калач. Есть такой город, значится. Ну, я там связался с одной гадюкой. Ну, так, знаешь. Ну, не то, не сё, ну... Ну, для поддержания штанов, ты же понимаешь. Вот. Ну, она, значит, там надумала, что лопушок ты не значит, из чистого золота. И все с бумажками ко мне лезет. Закрой, говорит, один наряд на работу. Я закрыл. Второй. Ну, потом я смотрел, она прям стахановкой стала. Ну, и тут я говорю, не, красавица, хватит. Заканчивай. Вот. Погоди. Клемки, ключи, а калачи, замки. Ты чё это? Да это ж они по фене. Ты чё? По рыбе, это значит по фене. Давай в камеру. Ну, ну чё ты сидишь, автомат возьми. Сирота. Вот же шап. Сирота, куда бежим-то? Сирота, куда бежим-то? Ты можешь объяснить? Этим они их. На босиков не похоже. Абвер. А чё ж тут Абверу в нашем захолустье занадобилось? Но... И ведь оружие не взяли. Яра, давай! Быстрее! Взяли. Стой! Со мной! Ты чёрт! Стоять! Давай, Яра! Прыгни! Капитан! Я к черепахе, надо сообщить! Да не надо к черепахе, ну нет времени, давай рукавичником! Толкай его, толкай! Давай! Ну давай, родной! Заводись! Ну давай! Да даю! Ну! Вот черт, а! Психопатка! Невростеничка! Панцирной кровати. Подавай. Бабы эти. Быстро годы пронеслись, как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит. Тот медленный фокстрот, что танцевали мы за три дня и три ночи до войны. И пожелтевшее письмо осталось без ответа, так уж суждено, как будто эхо вдалеке. Мы
мотив звучит несомый ветром налегке. Тот медленный фокстрот, что танцевали мы за 3 дня и 3 ночи до войны. Как листья осенью с деревьев сорвались, пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит. Дождь долго слезы лил, прости, что не дожил 3 дня, 3 ночи я до той весны.